Ты кого это послала? Он здесь называет меня Шлюха. Ты Шлюха и есть, только троих он в этом доме сменила. Что? У вас вообще все в порядке с головой, да вы сумасшедшая! У меня есть друзья детства. Алеша — это мой друг детства. Илья — это тоже мой друг детства. Понятно, не слишком ли много друзей, а? Что, если как-то лимит, то я не понимаю. Какая-то странная женщина. Ну хорошо, окей. Алеша — это моя первая любовь. Мы встретились с ним просто случайно. Вы что, понимаете слово «случайно»? А если случайно, то чего ж ты мне врешь, что ты в речке купаешься, а снова с ним по ресторанам шляешься? Там же давно болото, ты бы проверила, прежде чем брать. Не понимаю, что за мной следите. А ты думала, я позволю тебе своего довольного ребенка моему сыну втюхать? Его ребенка. Так я тебе и поверила. Хорошо, окей. Я не ходила на вашу добрую речку. Я ныне не плавала. Я ходила в ресторан. Барана, с Алешей, да? Я ходила с ним в ресторан. Потому что меня уже достало. Я не могу сидеть здесь в этом богом забытом захолустье. Но это ваша дача. Ты как в телевизор, понимаете? Я не могу. И вообще, я просто приехала, потому что меня Женя попросила. Вот он меня реально очень сильно попросил. Я приехала, потому что я хочу сохранить его ребенка, потому что я хочу, я его реально люблю, понимаешь? Вызовите скорую. На меня эти твои штучки не есть. Я прошу вас, вызовите скорую.